Вася, привет. Фу-фу. Да. Не будем мы жить в Минске, мы некоторое время поживем, потому что я не могу сейчас улететь, мы не можем. Из-за моих дел. Деду делать татуаж губ уже опоздала, она просто до хрена времени. Целый час. Да. И опять основа. Настроение просто говняшное. Хотя погода такая крутая, но... Какой Китай? В Китай вместе летим, а без меня не хочет лететь, поэтому он не полетел в Китай и продлил... Ну, сейчас ищет новую квартиру в Минске. Я сейчас сделаю свои дела, приеду в Минск. Он не хочет лететь. Надолго так разлучались. Вас интересует именно свадьба или распишемся мы или нет? Я уже говорила страшно, что свадьбу я не хочу. Что у меня столько штукатурки никогда не мажу, слой до науки. У меня всего по минимуму. Если вы считаете, что блёстки это штукатурка, то мне вас искренне жаль. Я рада, что мой парень для вас красивее меня. Брови сошли, да. Да, будем граждан. Я буду гражданкой Беларуси, он гражданкой России. Двойное гражданство тоже неплохо. Хотя он сказал, ладно, не буду говорить. Он сегодня не выспалась еще. Если Леша не принимал кого-то, Леша бы не был бы со мной. Едешь. Я же говорила, там процедуры. Татуаж бровей. Сейчас так красиво делают. Только я не знаю, вот так же будет как с бровями. Сойдет. Виснет. Ну, потому что у нас... Ну, у вас жару, видимо, что-то размазывается. У меня дорогая, хорошая косметика, она не размазывается. Если вы пользуетесь тоналкой балет, то, наверное, у вас все размажется. Я не заметила, что в Москве была такая жара, плюс 40 градусов. Еще раз спросить, куда я еду. Вы будете 20-м человеком. Как бросила курить. Просто вышла с проекта и бросила, потому что я не курила до проекта. У меня не было с этим проблем, просто ушел. Не захотелось. Зачем? Любишь варить? Что именно? Ты куришь? Нет, я не курю. Дело. А я когда-то была толстой, ребят, вы вот меня как-то вот этот вопрос меня больше всего убивает. Как ты похудела? А я была толстая. Я только один раз на проекте поправлялась, весила 55 килограмм. Один раз 54-55, но для меня это, для моим ростом это не толстая. Это нормально. Просто мне было раньше все в обтяжку, а теперь на мне все висит. Теперь у меня размер XS, а раньше был S. Ну вот как-то так. Тройка объем ресниц. Здравствуйте, куда вы едете? Вот.
еще раз. Спросите. Какой у тебя рост? 170. Четкий макияж. У меня вообще такого особо ничего нет. Такой блески на глазах, да? Были в торговом центре галереи, где именно? Торговый центр галереи и у нас в стране, и в Белоруссии, поэтому я не знаю, я не понимаю, что вы хотите меня спросить. Хотя пишите, в каком городе. Я, например, знаю, галерея в Краснодаре есть. Там я была. В Минске в галерее тоже я была. Надо. Даже не думала об этом. Нет, не хочу. Далеко едешь? Я уже до хрена еду, полтора часа, и я говорила, что меня бесит пробки в Москве, меня вообще бесит, что в Москве столько времени тратишь на дорогу. В ближайшее время я не знаю, где мы хотим жить. Еще 10 человек мне напишут, опять без настроения. Опять без настроения. Бывает. Когда идешь на проект, проходишь какой-нибудь опрос, не знаю. Проходите вы кастинг? Я не проходила кастинг, я без понятия. Нет, не было проблем после родов с волосами. По кайфу. Тоже без настроения сидеть здесь. Что только с настроением я вам нравлюсь. Когда смотрели проект, вы же смотрите нас, мы в разном состоянии бываете. Смотрите. Это вам реалити. Вы же пишете, как тебе вечно весело, как тебе классно. Я еще в истериках не выхожу. Маковская помада. Там все курят на проекте, уже скучно, делать нечего. Почему ты не приходила на кастинг? Потому что. Какие плюсы и минусы в Москве? Плюсы в Москве. Вечно движуха, работа есть. Прямо вот мы вчера подъехали, сразу чувствую, что ты в Москве. Много людей, все классно, все. Просто жизнь идет, кипит. Минусы – пробки. Вы будете на дорогу тратить много времени. Даже если будете на метро, будете до хрена тратить времени. В смысле, жить в одном.